Семена астрою Велгелиадор стоит попробовать вырастить у себя в саду. У них хорошая всхожесть. При посадке семян в феврале, в мае рассаду высаживают в открытый грунт. Сорт отлично растет, неприхотлив в уходе. Ему необходимы солнечные места. В конце июля пирамидальные и ветвистые кусты достигают высоту 60-75 см. На каждом по 7-10 крепких цветоносов. Соцветия астры необыкновенные. Гигантские шарообразные плотные шапки с нежным лимонно-желтым окрасом, диаметр цветка 14-16 см, покоряют своей тонкой красотой и изысканностью. Астры идеально подходят для ландшафтного дизайна придомовой зоны, сада, дачи и цветников, а также для срезки в букеты. Астрою Велгелиадор – это однолетнее растение высотой 65-75 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 14-16 см в диаметре. Астра прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания астра прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает астрою Велгелиадор в месяц август, сентябрь. Цветок окрашен в желтый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.